Контратаки с использованием оружия и атакующего сложные в правильном исполнении технические действия. Они требуют от защищающегося тонкого расчета дистанции и безошибочного изменения амплитуды движения атакующей руки противника в нужном направлении. Боец, освоивший эту серию приемов, будет иметь значительный выигрыш во времени перед своим оппонентом. Ему не нужно будет приводить в действие свое оружие. Он должен лишь научиться перераспределять преимущества вооруженной атаки в свою пользу. Изменяется направление движения руки противника, происходит удар ладони по рукоятке ножа, и острие ножа входит в грудь атакующего. В этом приеме защищающийся создает двойную